Приветствую тебя на моей ферме слаймов! Ого, мы вернулись, как давненько этого не было. Ну, в смысле, серии по Слайм Ранчеру. А все дело в том, что мы ее давненько уже с тобой прошли, а новых обновлений не было. Ну вот сегодня, именно 18 июня. А подожди, сегодня уже 19-е, вчера было 18-е, вышло обновление. Я уже пробежался по своей ферме и заметил вот такие вот странные штуки любопытные, смотри. Нажимать я на них еще не нажимал, потому что у нас в офисе есть какое-то письмецо, которое нам нужно прочитать. Смотри, звездная почта. Требуется тайный стиль. Мисс Лёбу, как вы смотрите на то, если мы вам расскажем, что корпорация 7Z разработала технологии под названием «Тайные стили»? К несчастью, торговое судно, привозящее «Тайные стили», взорвалось по совершенно неизвестным причинам и их разбросало по всему беспредельному запределью. Ну вот, началось. Типа мне теперь надо побегать по всему запределью и поискать эти стили. Ну да, как и я ожидал, тут написано, что стили для слаймов сейчас доступны в неизвестных местах по всей территории беспредельного запределья. Пожалуйста, найди их и протестируй. Да уж, вот это они, конечно, загнули. Я, да сама Лёба, буду сейчас искать стили. Да ладно, чё, придется поискать. Ну а что вот эта штука делает, давай нажмем наконец-то. О, это декоратор? Подожди, отменить. Это что я отменю? Эхо. Это, короче, в этот декоратор я могу закидывать вот эти всякие штуки? Я правильно понимаю? Ну да, в общем, я сюда могу закидывать эти украшения и перезвоны. Ну-ка, давай попробуем. Давай возьмем пару перезвончиков. Вот таких вот. И пуляется все, все как надо. Чтоб вот этой свалочки музыкальной здесь не было. Все это мы засасываем. О, подожди. И вкидываем сюда. Ну, вроде все. Все перезвоны убраны. Теперь стало намного чище. Ну, знаешь, относительно чище, потому что здесь еще око-око валяется, но мне на нее так лень тратить свое время. Мне вообще хочется найти новую территорию. Новую территорию у нас, наверное, вот здесь. Вот надо позвонить кому-нибудь, да? Алло? Виктор Хамфрис. По-моему, у тебя есть задание какое-нибудь. Ты когда-нибудь видел тигра Джанго? Конечно, нет. Ты можешь его только слышать. Прости, я пошутил. Но ты шутник. Хамфрис. А чё? Чё ты хочешь от меня? Ой, задание выполнить. Нет, это неинтересно. Виктор, твой налево зеленые твои глаза. Все-таки придется выполнить твой квест, да, чтобы попасть к тебе на территорию. Значит, надо лавового шляпника и каменистого. Окей. Какой телепорт у нас ведет в другое измерение? Наверное, вот этот. Нет, не этот. О, вот этот ведет. Круто. Обожаю это место. Где здесь шляпники? Мне нужны шляпники. О, вот они падают. Прям с неба упали. Пожалуйста, шляпники, вот вам. О, пчелы дрыхнут, надо их подзаправить. Давайте, работайте, пчелки, жужжите. Каменистый. Дрести. Можно я вас соберу? Мне нужно буквально 10 штук. В принципе, это довольно много. Десяток каменистых. Так, это, по-моему, детеныш был. Ну ладно, тоже пойдет. Лёба снова в деле, йо-хо-хо! И бутылка сока. Хотя, знаешь, я скорее больше похож на ковбоя с лассо, чем на пирата. Потому что ковбой иногда ловит лошадей, коров. Ну, не только коров и бандюганов, а я ловлю слаймов. Так, где здесь лавовый? Вот лавовый один мне нужен как раз. Иди сюда. Ой, это большой. Не влезет он мне в пушку. О, здесь и каменистый сразу. Ништяк. Десяток каменистых. Розовые мне не нужны. Гуляйте. Все, 10 каменистых и один лавовый. Может быть, на всякий пожарный еще одного лавового взять? А то мало... Сундук... Сундук... Коробочка! Коробочка, ну так себе, коробочка. Офигеть, как я давно в игру не играл. Коробочки обрадовался, как сундуку. Как прекрасен этот мир. Оу, злые дни! Злые дни! Ты посмотри на них! А где моя пукалка? Ой-ой-ой-ой-ой! Нет! Ты пойдешь со мной, тебя здесь съедят! Я его забрал, нет? Нет, кажется, я его не забрал. Как стрелять пушкой-то? А вот. Отойдите от меня. О, совсем забыл, что у меня есть пульс... Как она? Пульсионная пушка. Я вот так вот могу пукать. Ну, серьезно, ну ты посмотри. Это не совсем луч, это такой вот... Ну вот, энергия закончилась. Ну шо, Виктор? Держи своих десяток каменястых. Один... А, это огненный, это не лавовый. Друганы, извините. Значит, вы пойдете сейчас со мной вот сюда. Ты видишь, уже спутал лавовых с огненным. Да.
Это я тебе хочу сказать. Нехорошо, нехорошо. Где-то огненные здесь же должны быть. Блин, я совсем забыл, что огненные появляются тогда, когда начинается буря. Огненная буря. Ну вот, буду сидеть в засаде тогда и ждать огненную бурю. О, здрасте, давно не виделись. Получайте. Оу, как меня бомбануло. Огонек? Откуда это огонек взялся? Смотри, какая светящаяся штука. По-моему, она взрывается, да? Лучше к ней не подходить, а лучше ее потушить. О, вот так-то лучше. Вообще, большую часть игры забыл. Это называется старость. Давненько мои похождения здесь были. Давненько. О, великие и ужасные огнищи, я призываю тебя. Обруешь свое могущество на эту землю. На пару минут, пожалуйста, ну... Ай, в оазисе, что ли, покупаться? Присядем на... А я сесть не могу. Подожди, я что, Я реально... Я забыл, что я здесь не могу на картах ходить. Я не могу здесь приседать. А я хотел присесть вот на этот водопадик. Оу! Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо. Я понял. Оазис не мой. Оу! Я сказал, что это водопадик? В штанах у меня водопадик. Это рудник? Дырявая моя голова. Слушай, огненные же не обязательно в той локации появляются. Они же по всей здесь территории могут бродить, блуждать. По-моему, мне кажется, что тут где-то что-то есть. Есть? Его! А, это лавовый, блин. О, смотри, бродил, смотри, что нашел. Как оно сияет. Подожди, мне кажется, что это... Неужели это стиль? Вау, разбитый! Зайди в дом на ранчо, чтобы распорядиться тайными стилями. Круть! У меня теперь есть стиль! Я на стиле! Мы на стиле! Надо зайти в дом. Так, ну, поскольку вихря здесь нету, возвращаемся домой. Поспим до утра. Утром по-любому будет вихрь. Ну, а также посмотрим наши стили. Так, заходим. Тайные стили. Тайные стили! Придай своим слаймам свежий новый вид, обнаруживая тайные стили, спрятанные в специальных сокровищницах на беспредельном запределе. Как только ты их разблокируешь, ты сможешь по своему желанию распоряжаться, какой тайный стиль примут твои слаймы. Вау, круто. Смотри. Разбитый, классический. Это, короче, разбитый хрустальный, кристальный слайм. Хочу такой. Изменить стиль. Подожди, не-не-не. Вот этот стиль изменить. А, я понял. Ты нажимаешь кнопку «Изменить», и он сам автоматически меняет. Все, у меня теперь кристальные слаймы вот такие вот должны быть. Пойдем посмотрим сейчас. Только надо поспать. Все, мы проснулись. Это было не во сне. Давай проверим. Точно не сон. У меня есть разбитый слайм. Вау. Вау. Где он? У меня же есть эти слаймы. Сейчас пойдем. Кристальные слаймы у меня где-то здесь. Вот так. Это у меня охотничьи. Смотри, какая прелесть! Это у меня бабак слаймы и кристальный слайм. А, нет, это у меня эти, как они? Саблезубые мозаичные ларго. Офигеть! Обалдеть! Так, пойдем срочно бежим в этот, в портал. Все-таки придется побродить по территории и поискать эти стили. Так, а здесь есть где-нибудь кристальный? Я хочу просто в оригинале на кристалл посмотреть. Без всяких ларго, без всяких смешиваний. Блин, вот это красота. Ты посмотри, розовый мозаичный. Вау. Пупчик. Какие они классные. Стили, конечно, вообще играет много роли. А можно просто мозаичного мне посмотреть? Где здесь мозаичный? Вон, по-моему, там. Вот они, мозаичные. Смотри, какие разбитые мысипусечки. Просто. Я не могу, из них балдею. Ну, вообще. Такие красотки. Только главное не обжечься. Они вот такие вот маленькие искорки пускают. И эти искорки могут меня обжечь. Вихрь, чтоб тебя, где ты? Я уже второй день здесь блуждаю, тебя все нет и нет. Ты видишь? Ты видишь этот светящийся шарик? Это же стиль! О май гарбл! Открываем. Кто там? Дьявольский! По-любому это либо огненный, либо лавовый слайм. Ух, еще один. А тут-то чё? Ну-ка. Белладонна. Шляпник у нас теперь будет белладонный. Кстати, глянь, от этой местности здесь не было. Нифига себе. Или была? А, нет, была. Я что-то запутался сам.
Так, подожди, я не понял, а что у нас шляпники сразу применили новый стиль? Смотри, они какие цветные. Оу! Видишь, у них хвост вот этот шляпный, теперь такой цветной, прикольный. Классно. Ну, наконец-то буря! Она пришла! Где огненный? Огненные слаймы? Давайте, выходите. Где вы? Ну, где огненный-то? Огоньки! Появляйтесь. Хватит прятаться. Вон там. И здесь. Сейчас они выпрыгнут. Ловлю. Вон там. Полетел. Куда? Где? Потерял. Ну давайте, выпрыгивайте. Смотри, сколько здесь уже вихрей образовалось. Точнее, гейзеров. Ну, хоть один слаймик. Выходи. Ай! Горячо. Вот они, смотри, огненные слаймы. Офигеть, красота какая. Блин, хочу еще найти. Еще. Где-нибудь. Ты видишь, упал? Вот. Блин, я их поэтому и не замечал, а не потому что... Я забыл, что они скин сменили. Обалдеть, какие они адские красавчики. Ты, конечно, можешь сказать, Бэкс, но у тебя же на ранчо есть печка, где ты кормишь своих огненных слаймов. Но если бы я не отправился на поиски этих огненных слаймов, я бы не нашел стили. А так мы узрели с тобой новый вид огненных дьявольских слаймов. Ну все, можно вернуться домой. Ух. Знаешь что, хочу посмотреть на своих огненных. Огоньки мои, ну где же вы? Вон они, дьяволята, стоят. У них совсем нет еды. Блинский, надо их покормить срочно. Где еда? Еда! Давай гушовников испепелим. Думаю, из гушовника будет отличный пепел. Вот так-то лучше. О, сколько у вас пепла. Дьяволят мои. Кушайте. Так, я не понял, а что у меня типа... Да вы издеваетесь, у меня миссия... По времени вышло. Вот черт подери. Виктор Хамфрис. Если возможно достать это все для моих будущих исследований, большое спасибо. Что тебе надо? Водяной и миуровый. О, стили. Стили. Что здесь? Хэви метал. Это у нас теперь такие каменные слаймы. Ну-ка пойдем посмотрим. Эй, хэви метал. Смотри, какие они панки. Жесть. Вот это у них камни теперь на башке. О, прикольно. Мяуровые. Люба, в поисках стилей. Я иду к тебе. Что у нас тут? Тигровый. Мяуровый слайм теперь стал у нас тигровым. Тигряшки, где же вы? Покажитесь в своем новом стиле. Вон он прыгает. Смотри, как... Тихо, не пад... не успел его. И курица такая подбежала. Курица-суицидник. Понятно, я думал, курица подбежала посмотреть на тигрового. Вот он, пупсик какой, забираем тебя. Так, только я еще каменного схватил. Ну, теперь тигровых издалека будет видно. Ведь они теперь не такие серые. Виктор, я достал тебе тигрово-миуровых слаймов. Держи. Один на воле убежал. Виктор Хамфрис, наконец-то я сделал твое задание, и он мне прислал письмо. Так, тигровый, иди сюда. Я хочу посмотреть на тигряш. Где у нас тут? А, вот, смотри, тигровые розовенькие какие забавные. Ну, кстати, в оригинале они намного круче выглядят, чем Ларго. Пускай у меня один тигровый просто бродит здесь. Хотя он может плорт сживать какой-нибудь, и это будет не очень хорошо. А пчелы тем временем у меня снова не работают. Работайте. И у нас также письмо от Виктора есть. Пойдем зайдем. Пойдем. Требуется помощь, мисс Лёба. Я наслышан о ваших достижениях здесь, на беспредельном запределе. Вы производите впечатление человека очень способного, смекалистого и умеющего подстраиваться к новым условиям. Именно тот тип, который мне нужен для последнего проекта. Если вы сочтете мое предложение интересным, я активировал телепорт в вашей лаборатории к моей подводной мастерской. Надеюсь увидеть вас в ближайшее время. Скорее в лабораторию. Виктор Хамфрис предложил тебе работать в его мастерской. Войди в телепорт в лаборатории, чтобы узнать больше. Конечно, бежим его в мастерскую. Вау. Где этот телепорт? Вот он. Ну что? Хамфрис, жди нас! Идем! Вау! Нифига себе, тут лаборатория у него подводная. А я, если честно, даже не догадывался, что он под водой где-то живет. Офигеть просто. Слушай, так эта лаборатория раз в 20 больше, чем моя. Я такую же хочу. Чумачечья лаборатория.
Это у нас звонилка. Скайпик. Смотри, какие у него экраны огромные. Обалдеть. Кнопочка не работает пока. Вау. Вау-вау-вау. Пойдем прогуляемся здесь. А, выйти я не могу. Дальше посмотреть, что там. Черт подери. Ладно, давай позвоним ему. Узнаем, что он хочет от нас. Так. Привет, Беатрикс. Спасибо тебе за то, что ты нашла время помочь мне в этом проекте. Да не за что, я сама хотела. Крайне необходимо, чтобы ты... Что-то случилось. Твою ж налево. Виктор, что случилось? Говори. Он паникует. Мои извинения, я как раз сейчас занят одним деликатным делом и иногда забываю, что я окутан иммерсионным полем. А, ну видишь, вот этот зеленый пузырь, это иммерсионное поле у него. Ну что ж, дело в следующем. Мне нужна помощь в тестировании рабочей версии искусственной реальности беспредельного запределья. Ух ты, нифига себе, искусственная реальность и до вас дошла, что ли? Кто в будущем-то живет, я или ты? Я пытаюсь использовать эту симуляцию, чтобы предсказать поведение и эволюцию слаймов. Это еще можно назвать слаймомуляцией! Ого, нифига себе ты придумал, как лыбру стянул. Я вычитал, что эта игра слов вызывает хотя бы легкую усмешку. Ничего страшного, ну давай дальше. Моя слайм-эмуляция — это безгранично сложный проект, который может стать ключом к пониманию слаймов на том уровне, о котором мы никогда не мечтали. Как бы то ни было. О, как это страшно звучит. Она, к сожалению, полна ошибок. Ну, не совсем ошибок. Выражаясь техническим языком, они представляют собой бракованную имитацию слайма, который научился воспроизводиться. Само по себе впечатляет, но очень мешает в моих исследованиях. Я называю эти организмы глючными слаймами, и мне нужна твоя помощь в их сборе для исследований. Слушай, глючные слаймы, квантовые слаймы, они походу чем-то одинаковы, или нет? Как это работает, ты спросишь меня? Нажми на слайм-эмуляцию и начни осмотр. Твоя задача — собирать глючных слаймов, которые на выходе, и слайм-эмуляции автоматически будут превращаться в отчеты об ошибках. Впрочем, легко сказать. Глючным слаймам свойственно странное поведение, приспособленное к местности. Возможно, чтобы не попасться мне на глаза. Это еще непонятно. Легенда изменилась. Глючные слаймы выглядят как нормальные слаймы ларга или предметы окружающей среды, только обычно с ними что-то не так. Чтобы их рассекретить, под пылесосом ларга, который ты подозреваешь, и примени мой безотказный спрей-отладчик на подозрительные предметы в твоем окружении. В качестве вознаграждения за труды ты получишь мультикубы, специальные многофункциональные ресурсы моего собственного изготовления. Его можно использовать для создания устройства по эскизам, которые ты найдешь в слайм-эмуляции. По мере того, как ты будешь завершать блок работ, ты будешь получать дополнительные вознаграждения, но об этом позже. Мои исследования доказали, что создание тайны вокруг механизма вознаграждений побуждает участников стараться сильнее. И да, и это, конечно, не очень-то и важно. Я уверен, что все почти под контролем, но... не все. Из-за сбоя данных в слайм-эмуляции настанет момент, когда начнут появляться вароподобные существа и начнут захватывать симуляции, и тогда тебе следует срочно сматываться. Когда это произойдет, я обязательно обозначу сигналом самую близкую точку, где ты сможешь безопасно выйти из системы. Просто следуй за указателями. Как только их увидишь, они приведут тебя к выходу. Все ясно? Отлично! Я рад, что у тебя вообще нет вопросов, особенно относительно последней части. Так что давай за работу! Господи, я вообще не умею болтать. О! Слаймопедия. Инструкция корректного тестирования. Слаймомуляция в своем сегодняшнем виде нелегка в обращении. Заглядывай в свою слаймопедию. Эй, подождите, я не дочитал! Ах, господи, Хамфри, ты меня так сейчас грузанул. А давай мы сюда выкинем, знаешь кого? Дьявольских слаймов. Пусть они подожгут ему лабораторию. Да не, конечно. Конечно, они ему не подожгут. Они просто сейчас исчезнут, потому что здесь нет пепла. Вау-вау-вау. Вау. Смотри, как все запустилось. У-у-у, круто. Ну что, начнем? Понеслась. Ядрен батон, вот это виртуальная реальность. Вот это симуляция. Спрятана на самом видном месте. Будь начеку в отношении с глючными ларгой и слаймами. Подпылесось их. Для выхода из симуляции тебе придется подождать активацию телепорта. Я тебе дам знать, как только так сразу. Ну хорошо, ладно. Блин, это... Ты посмотри. Это нереально круто.
Так, мне их нужно подпылесошивать, да? Так, нет, это нормальный. Глючный! Глючный! Их надо ловить! Ловить! Ловить, как их ловить? Стой, иди сюда. Глючный слайм. Если ты это читаешь, находясь в слайм-эмуляции, откуда тебе знать, что это реальность? Действительно, откуда я знаю, что это реальность? Неважно! Моя основная задача — собрать всех глюков. А ну иди сюда, глюк. Ты не глюк? А, подожди, он же говорил, что только ларги могут быть глючными. Угу, ты нормальный. Это что, слизь была? Ты видел слизь? Ты видел глюка сейчас? О божечки. Сколько всего здесь необычного. И музыка такая токсичная. Это что, слизь? Я могу ее собрать? Спрей-отладчик. Примени спрей-отладчик глючным слаймам под прикрытием, чтобы их обнаружить. Хорошо, я понял. Значит, берем спрей-отладчик. И начинаем их... В них пулять, да? Опа, сразу же вычислил. А ну иди сюда. Так, где ты? Где ты? Куда ты побежал? Вернись, я тебе говорю. Ты у нас нормальный, нет? Давай тебя прямо... Нет, ненормальный! Ах, вы скотобазы глючные! Ошибки! Недоразумения! Да сколько вас здесь можно... Уху-ху! Огромное количество их тут просто... А ты? Ты нормальный. Пухляш нормальный. Этот пухлый тоже нормальный. Я, конечно, не до конца въехал. Ух ты, какое небо интересное. Давай на всякий пожарный почитаем слаймопедию. Инструкции тестирования симуляции Виктора. А, ну просто поймать, короче, глюков. Все, я понял. Эти глюки потом преобразуются в ошибки, которые Виктор исправит. Ясно. Опа. Опачки. Интересное местечко. Слушай, так это же запредельное запределье. Это эмуляция запредельного запределья. До меня только сейчас это дошло. Знакомое место, да? И пещер. Смотри, камень, ты видел? Он глючился. Подожди-ка. Давай стреляй. Они еще и в камнях маскируются не только, они в предметах они везде могут замаскироваться, не только в ларго. Вон оно что. А ну-ка идите сюда, ошибочки. Подожди, так если это симуляция, то получается вот эти слаймы, они в принципе, ну, настоящие. А глюки нет. Я правильно понимаю? Или нет? Во, ты видел какой-то мостик? Круто. Офигеть, я туда хочу. Я хочу туда. И сюда хочу. Смотри, как там круто. Блин, офигеть. Вот это место. А, надо не забывать проверять всех ларго. Еще один шевелящийся камень, ты видишь это? Ты видишь? Сейчас поближе подойдем к нему. Ну-ка, ударимся в него. Ну давай, только... Видишь, дергается, дергается, лови их, лови. Ну-ка, куда, о, проказники, побежали, я вас всех поймаю нафиг. Ошибочки, ошибочки, нет, ты не утонешь. В речку бежал, точнее в море. Где, все? О, ты видел? Морковка, по-моему. Он в морковку превратился, нет? Так отойдите все, не мешайте мне. Сейчас проверим. Нет. Ой, воу-воу-воу, кто это лопнул? Подожди, это я в кого попал? Что они так разлетелись в разные стороны? Ты видел? Ты видел? Смотри, смотри, смотри. Это что такое? Так, ну-ка. Он заживал слизь. По-моему, это что-то опасное, да? Что-то мне это не очень нравится. А морковку съешь? Нифига себе, это черная дыра какая-то. Я туда могу запрыгнуть? Или это вароподобный какой-то слайм? Ой. Ой-ой-ой, это вароподобный слайм. А как с ними бороться? Мне кажется, надо отсюда валить. В них просто надо стрелять вот этой фигней. Так, я понял. Этот телепорт от варов мы никак не закроем. Сколько бы я туда ни стрелял спреем-отладчиком. Да, я закрыть это никак не могу. Он просто выплевывает мой спрей, смотри. Хоп. И с другой стороны выплевывает. Все. О, следуй за сигналами. Следуй за указателями к выходу, которые безопасно выведут тебя. Так. Где? Куда? Оу, как больно. Так, мне туда надо бежать. Надо отсюда валить. Нифига себе, их сколько здесь. Да ну нафиг. Ай, больно как. Они из меня ошибки выбивают. Так, пора валить отсюда. Твою ж налево. Ну нафиг, ты посмотри, сколько их здесь. Офигеть. Куда дальше-то бежать? Где выход? А, нам вот сюда. Паника, паника, паникерство к хорошему не приведет, конечно. Я видел, что здесь глюк. Глюк. Злые. Злые писюкастые. Так. Вот, я видел, что это глюк. Я знал, что это глюк. Ничего, немножечко пусть меня побьют, но я зато больше глюков соберу. О, и вары здесь появляются. Пора валить. Пришло время валить. Руки в ноги, ноги в руки и пошли. Валим, валим. О, вот этот заберу на всякий пожарный. Ядрен батон, как здесь страшно. Слушай, никогда не думал, что в симуляции может быть так опасно. Причем дамаг они мне такой знатный наносят. Так,
Куда мне бежать? Чё так далеко? Виктор, ты офигел? Зачем так далеко делать телепорт? Ай, блин! Фух, это было эпично. Блин, я, конечно, психанул и случайно в речечку упал. У меня закончилась энергия ранца и, короче, лоханулся я, вот чё в общем. Блин, это чертовски опасное место. Там нужно быть очень быстрым и очень аккуратным, чтобы вары тебя не схомячили. Что ж, для первого дня впечатлений мне хватит. Если тебе понравилось, то с тебя лайкос, комментос под видос, ну и также подписочка, если ты еще не подписан. А на этом все. Мне нужно осмыслить, что со мной сейчас произошло. Эта симуляция просто невероятная. Хамфрис, ты гений. А с тобой я прощаюсь. Чао, амиго.